Добрый день, дорогие друзья! Я вам благодарен, что заглядываете на мой канал и просматриваете мои видеорепортажи об Израиле. Я часто и много путешествую по этой маленькой стране, как живу здесь очень много лет. Вот сегодня я приехал в это место по пути, но мне приглянулось. Это вот такой лес. Ну, вообще трудно сказать, что это лес с большой натяжкой. Это не леса Карпат или средней полосы России или Сибири, но лес. Это в районе Цфата, здесь как раз большая площадь засажена вот такими хвойными лесами. И это место для отдыха израильтян, вообще туристов. Здесь всегда очень много людей, но сегодня вот как раз и пустынно. Вдалеке мы видим озеро Кинерет и город Тверия, куда я буду сейчас возвращаться. Я там живу. Вот там внизу как раз арабская деревня. Тут видно, мы видим вдалеке минарет. Как я уже говорил, что это хвойные деревья. Вот я не могу сказать, не знаю, что это за какое-то дерево, но у него иголочки, иголки мягкие очень. Вот. Большие вырастают. Так что в Израиле не только камни и пустыня. Страна маленькая, а за день можно увидеть все. И пустыню, и горы, и леса. Всего вам доброго. До свидания.